шалом. Вот решил спиться нахуй. Жизнь не удалась. Нихуя. Фу. Ваше здоровье. Копался в вещах старых, обнаружил интересный документ. Сейчас зачитаю. В последний раз восклицательный знак подчеркнуто. ГУВД Мособлсполкома. Срочно. Медучредитель Подгорского УВД. 4.4.94 год. Предупреждение. Гражданину Парамонову Михаилу Александровичу, проживающему Большая Себуховская, 211-15. 7.3.94 вы доставлялись в пьяном виде в медотрезвитель Подольского УВД по адресу город Подольск, Барамзиной, 14/14. Задолженность за услуги медотрезвителя в сумме 14 620 рублей. По счету 666. Вот 666. Ебануться можно. Вами не уплачено. Повторно предлагаем вам уплатить задолженность непосредственно у медотрезвителя Подольского УВД или любую сберкассу. В случае неуплаты задолженности взыскание будет обращено на ваше имущество в судебном порядке. Начальник медотрезвителя Якубов. В общем, как не помнится, я хуй забил. На эти штрафы, блядь. Пошли один нахуй. Пидорасы, блядь. Ну вот, такая вот херня.